чтобы получить жизнь избытки. Как важно сегодня посмотреть на жертвенник, ибо многие семейные жертвенники разрушены, и нет огня, и греются на чужих огнях, в то время как враг забрасывает колодцы, нет воды и умирают от жажды. Стегурмайсур видегеведе фламена, и только Дух Святой стонет из внутренности, стесненный в сердце разными житейскими обстоятельствами. И в то время, когда заигрывают многие, которые призваны к победе, которые должны принести эту победу народу моему, они заигрывают на чужих полях. И умирают многие, и падают костями, ибо жалит сатана, пускает это жало смерти. И вот приходит то время, когда пастырей будут хватать за полы и будут кричать: «Помолитесь! Помолитесь, мы горим! Почему кремит оклай дустамен?» Бог не отвечает, ибо было время, сходил огонь на жертвеннике. Было время, когда воспевали духом, было время, когда стояли в проломе, и в ночную сторожу, и на утро приходила радость. А ныне живет я народ прошлым временем, нежели стала короче рука моя, чтобы поднимать, нежели иссякла сила воскресения, чтобы воскресяли мертвые, чтобы уживали кости, разбросанные на полях. И нагерма изут лормена, почему ходить нагим, когда я сегодня принес одежды праведности, а многим им нужно поменять. Реведу столмена и ветры мира сего развивают полы, и показывает сатана на уту, и говорит: это дети царя. Громины сам параваду столмена, последний клич, возвратите в дом отца тех, которые расточили все имение. Скажите им, что есть еще милость, и многие полюбили высоту славы человеческой, но она поблекнет, ибо проведу тесными дорогами, и будут упиять о здоровье, о самосостоянии, разрушенная внутрость. И ныне сатана как никогда врывается в храмы человеческого сердца, обдирает красоту, теряется связь с небом, и мрак покрывает головы тех людей. Так мало осталось тех рабов, которые стоят в проломе, которые стоят на мурах и возвещают народу время. О, сторожа, знаешь ли ты время посещения дома Израилева? Можешь ли ты извести, а шаги слышны? Я иду по земле, я говорю племенам и народам. И только Роману Сталмен переполнен эфир. Полемина стал берегломен разными советами, провозглашая народу мир, мир, а мира нет. Продикуют раны, а раны ятрятся, и многие сатана завиномай, суки берегломена, заманчиво уводит в плен. О, молитвенники, обновите молитвы, кремена глайду сталмена, посмотрите на обстоятельства, откройте уши и услышите, что Дух сегодня говорит церквям. Аминь.